Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как поменять иконку Instagram. Недавно Instagram отметил 10-летний юбилей. В честь этого разработчики дали нам возможность изменить значок приложения. Сделать это очень просто. Обновите Instagram до последней версии. Зайдите в свой профиль. Справа вверху нажмите на иконку с тремя линиями. Перейдите в раздел «Настройки». Здесь потяните страничку вниз. Перед вами появятся иконки, которые можно установить. Выберите из списка любую иконку, которая вам нравится. Посмотрим, что получилось. На Android иконка будет выглядеть немного по-другому. Приложение создаст еще один значок с миниатюрой актуальной иконки. Можете удалить основную иконку и пользоваться новой. На работу приложения это не повлияет. К сожалению, данная функция будет доступна только один месяц, а после иконка сама изменится на обычную. Но мы надеемся, что разработчики оставят эту возможность на постоянной основе. О каких нововведениях в Instagram вы бы хотели узнать в следующих видео? Пишите свои ответы в комментариях.